Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин ToCamp и видеообзор товара, представленного в нашем интернет-магазине, держателя для спиннинга, которые устанавливаются на транец. Ничего особенного в данном товаре нету, продается он парно, правый-левый держатель для спиннингов, размер трубки 200 на 40, крепится данные держатели на транец при помощи двух болтов. Если у вас установлены колеса, то можно воспользоваться этими болтами, либо установить дополнительные болты. На данном держателе у нас предусмотрена регулировка наклона 25 градусов, если не ошибаюсь. Вот. Могу при необходимости. Размеры у нас между отверстиями получается 70 миллиметров. Держатели устанавливаются на левую и на правую сторону транца. С таким держателем вам будет удобно размещать спиннинг в вашей лодке. Меня зовут Арсений. Подписывайтесь на наш канал. Понравились держатели для спиннинга, заказывайте у нас на сайте. Рекомендую.